санаторий Омский, центр реабилитации. Вот вечернее время. Подсветочка. Главная надпись. Грязелечебная больница. Харатона лечебница. Вот. Рядышком это вот с улицы, со стороны города. Парковочка. Подъехал там под шлагбаум, поставил машину без проблем. Здесь есть где прогуляться. Вот это самое главное здание, это поликлиника, где врачи, там УЗИ, ИТГ и все остальное. Вот. Потом елочки красивенькие. Также можно выйти на остановку без проблем на 110-м, уехать хоть на ЖД вокзал, хоть по главным достопримечательностям. Автобусы ездят часто. Подсветочка, все сделано, все красиво. Вот взгляд со стороны вон там, вот это теплый переход, который в бальнево лечебнице. Вот кто-то на автобус пытается успеть. А вот здесь чуть-чуть левее, вот если рядом с остановкой смотреть, где знак пешеходки, там косметический салон. Многие люди приезжают просто, допустим, навести лоск своему телу. Косметический, в принципе, не очень дорогой. Там дальше уже больница какая-то, номер, там флаг развивается. Вот сам центр реабилитации Омский.